PokerBet. Обирай свій спорт. Про ситуацію на лінії фронту, про нашу спроможність розширити клин, вбити на Запоріжжі біля Роботиного, про бравурні рапорти росіян щодо запусків кинджалів Су-34-х, про керовану російську бомбу ФАП-1500, про передачу іранцям від росіян Яків-130, про те, нащо росіяни насправді свої стратегічні бомбардувальники вкривають покришками. Про все це говоримо із військовим експертом Роман Світан на зв'язку зі студією. Пане Романе, радий вас вітати. Слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я. Пане Романе, уся наша увага зараз прикута до Запорізької області, до клину, вбито у російську оборону в районі населеного пункту Роботине. Зараз ми тиснемо там на Новопрокопівку, тиснемо там на Вербове, але ж поясніть, будь ласка, нашу там в тому тактику. Чи правильно я розумію, що ми навмисно зараз зупинили рух вперед, ну, тобто рух на південь, а зосередилися на тому, щоб піти в обидва боки від Роботиного на захід та на схід, ну, щоб розширити плацдарм, щоб убезпечитися таким чином від російських атак з флангів? Любое вклинивание в оборону противника – это проблема флангов. То есть то, что важно, нужно и, в принципе, усиление флангов. И, в принципе, там, где может враг нанести серьезный урон наступающему войску. Это как раз фланговые удары. Потому после определенных периодов есть периоды для прорыва обороны противника, вот после определенных периодов идет расширение плацдарма, расширение флангов, укрепление флангов, а дальше дальнейшее продвижение. Вот как раз сейчас этап и расширения плацдарма, укрепления флангов. Ну, а думаю, дальше, как только мы зайдем западнее Роботина и восточнее Вербового, вот дальше уже можно будет двигаться опять на юг, в сторону железной дороги, которая питает Токмак из Черниговки, Волноваха, Черниговка, Токмак. То есть это такое периодичность в движении, вот примерно ми на цьому етапі зараз знаходимося. Пане Романе, ще хотів би попитати вас як пілота-інструктора, як людину, яка точно на тому розуміється. Напередодні російські Z-блогери тішилися, що гіперзвуковий кінжал, начебто вони навчилися запускати із Су-34, але тут наче тепер от оновили інформацію, що йдеться не про кінжал, а про керовану бомбу ФАП-1500, на якій вони причепили універсальний модуль планування та корекції. І от по цьому хотів би вас попитати, на вашу думку, фахову, чи здатен Су-34 взяти кінджал на обловок, бо начебто ж в нього недостатня для цього і швидкість, і вантажопідйомність? Ну, так сказати, по скорості і по весу Су-34 вопрос рішить. МиГ-31, той, який был оборудован кинжалом. Вот пока его оборудовали, там несколько самолетов было разбито, уничтожено, причем из-за разных причин, но одна из них как раз неготовность его нести именно кинжал. То есть там были действительно реальные проблемы. И вот именно подготовка для несения кинжала наносит, во-первых, она по времени довольно-таки длительная, ну и наносит большой ущерб самолетам, какие бы ни были, даже новейшие. Потому если мы не слышали и не видели, а этого не было, некоторых моментов с катастрофами и авариями самолетов, на которые вешали кинжал, пробовали, по крайней мере, это сделать, то вряд ли его так и подвесили. Технически, в принципе, возможно на Су-34 кинжал подвесить, но это будет такая глубокая модернизация самолета, примерно такая же, как была МиГ-31. И еще раз повторюсь, мы бы это однозначно увидели. Ну а ФАБы полуторатонки Су-34 может нести изначально, потому то, что они там усилили этот ФАБ, допустим, корректируемыми устройствами, это тоже возможный вариант. 1,5 тонны авиабомбы, это где-то 15-20 метров в диаметре воронка, потому как только она, если она появится на линии фронта, точно наши это зафиксируют и покажут. Но это тоже технически возможно, причем сразу. То есть они могут это выполнить. Единственное, что планирование этой бомбы, этой авиабомбы за счет своего веса, оно невозможно на большие дальности. На такие дальности подойти Су-34 сейчас просто боятся сбрасывать
авиабомбу с дальности ближе 50 километров. Понимая, что при работе навскидку наши некоторые зенитно-ракетные комплексы могут их уничтожить, как были уничтожены Су-34 тоже в районе Енакиева, когда пытался КАБы сбросить, планировать, то есть корректированные авиабомбы на Авдеевку. Был уничтожен Су-34, Су-35 и три вертолета Ми-8 тоже также при работе навскидку с ракетной засады, так называемые, так ракетчики это называют, в 5 бортов были уничтожены. То есть вот после этих неудач россияне близко боятся подходить, особенно на Су-34 и на большой высоте. Любая авиабомба, которая сбрасывается даже с большой дальности планирующей, ее приходится сбрасывать с большой высоты. Здесь не спрячешься за горизонтом, не спрячешься на предельно малых высотах, потому светятся как новогодние елки. Вот и подойти, сбросить бомбу довольно-таки сложно россиянам сейчас. Пане Романе, а у разі, якщо все-таки вони зроблять цю глибоку модернізацію Су-34-х, які зможуть стати носієм кинджалів, що це змінить? Ну, в тому плані, ми зараз ті Міги-31 відслідковуємо, щойно вони злітають, оголошуємо тривогу по всій території України. Чи зможемо ми відслідковувати, відповідно, злети сушек? Чи будемо ми розуміти, там з кинджалом та сушка злітає або ж ні? У нас радиотехническая разведка довольно-таки неплохо работает, потому взлет любого самолета, который может нам угрожать, мы точно видим и, естественно, реагируем на него. Потому будем видеть и Су-34, но еще раз повторюсь, но это очень длительный процесс, они его еще не начинали и не видят в этом большого смысла, потому что тех МИГов, которые у них есть, у них пока хватает. То есть если нет целесообразности каких-то действий, уже никто делать действия ради действий никто делать не будет. Потому, скорее всего, это просто такой неподъемный процесс, и вряд ли они его запустят. МиГ-31К у них сейчас уже доведен, более-менее доведен до выполнения задач по работе кинжалами, потому вряд ли Су-34 будут переделаны. Але бачите, вони навіть на щось тоді в новинах повідомляють, що, мовляв, запуск було зроблено, і навіть тих пілотів, які були за штурвалами цих сушок, начебто до державних нагород представили. Ну, тобто це елемент пропаганди, да? Елемент чергової брехні з їхнього боку. Може бути, да, елемент пропаганди для того, щоб, з одної сторони, а в основному вже пропаганда для внутрішнього потреблення проводится, то есть для россиян, то есть 90-95% того, что делают россияне в информационном поле, это как раз для них и направлено, потому может быть здесь такой плюс показан, по крайней мере, потому что, ну опять же, если подойти с точки зрения логики, выполнили рядовой сброс, в принципе, этих кинжалов и награждать летчиков ради рядового сброса, ну, нет смысла. Значит, это информационный поток. То есть чисто информационный поток для того, чтобы как-то поддержать уже давно упавший такой боевой дух российской армии и российского общества в том числе. Ну и, может быть, 5% направлено на внешнее потребление. Впереди G20, мы об этом говорили неоднократно, о том, что сейчас каждый день у россиян какое-то победобесие. Они должны обязательно показать какой-то новый шаг перед G20, то поставить сатану на боевое дежурство, то вот кинжал подвесить на Су-34, то Годзиллу поставить где-нибудь на выполнение боевых задач, только их еще поймать надо в Японском море. То есть есть эти моменты, которые будут постоянно в режиме такой бравады, с одной стороны, ну а с другой стороны пугалок, типа ядерного, применения ядерного оружия, доставаться вот до G20, а вот после G20 это как бабка пошепчет, ничего уже не будет, то есть они уже перестанут бравировать. Пане Романе, допоможіть розібратися іще от з тією новиною, з тієї світлини, коли українці зловтішалися, що росіяни свої стратегічні бомбардувальники вкривають тепер покришками від автівок. Ну, ми сміялися, мовляв, росіяни просто не розуміють, що палаючі покришки – то традиційна українська зброя, що це ж тоді краще ті горіти літаки будуть. Ми сміялися, мовляв, росіяни наївні, сподіваються, що безпілотник чи граната від тих от покришок мають відскочити. Але ж тепер от лунають голоси, мовляв, вкрити
покришками літак може стати невидимим для голівки самонаведення ракети Нептуна чи Шторм Шедо, адже покришки на літакові, мовляв, спотворюють тепловізійну сигнатуру того літака, і наші от ракети тоді їх просто не впізнають, не спроможні будуть ідентифікувати їх, не спроможні будуть на ці літаки навестися. Наскільки це відповідає дійсності, на вашу думку, на що росіяни подібне роблять? Ну, первое, Ту-95 стоят на дальностях больше 1000 километров. А ни Шторм Шэдоу, ни Скалпы, ни одна ракета, которая у нас есть, это расстояние не преодолеет. Весь смысл дальнего бомбардировщика или стратегического бомбардировщика находиться за несколько тысяч километров от точек удара, потому уж точно это не для того, чтобы головки самонаведения там не заметили тепловую сигнатуру самолета от покрышек, тем более она все равно заметна, так как там довольно-таки большие части самолета наружу и нагреваются, и от солнца в том числе. Ночью горят, как новогодние елки. Потому это точно не эта причина. Причина в расположении покрышек. Вот некоторые фото на них очень четко понятно, что под покрышками находятся топливные баки. Вот там, где покрышки, посмотрите фотографии, там находятся топливные баки. Причем за концовки крыла полукрыльев не прикрыты, там топливных баков нет. Вот они заканчиваются, топливный бак в полукрыльях, вот как раз там, где лежат покрышки. И вот по корпусу самолета, по фюзеляжу, именно там накладные топливные баки, так называемые. То есть вот и расходники вот этой авиационной топливной системы. Потому, скорее всего, они прикрывают от поражающих элементов наших беспилотников, пытаются прикрыть именно топливные баки. Основное, что повреждается и может загореться, потому что практически все самолеты стоят с полными баками, так как концентрация воды иногда в паре, в воздухе и пара, он потом концентрируется, вода, и для того, чтобы вода не попадала в систему, топливоснабжение, самолеты стоят с полными топливными баками постоянные. Потому это хороший такой, хорошая такая, несколько цистерн, некоторые стратегические бомбардировщики, но, допустим, Ту-22 дальний, у него больше 50 тонн авиационного керосина входит, то есть это цистерна железнодорожная, а в Ту-160 три цистерны под 170 тонн входит. То есть, естественно, в тушку тоже от 50 до 100 тонн можно вогнать, в Ту-95. То есть здесь эта проблема основная, и вот они пытаются прикрыть от поражающих элементов именно топливные баки для того, чтобы уменьшить площадь повреждений. Пане Романе, до наступної новини мали повідомлення про те, що від Росії Ірану надійшли літаки Як-130. Знаємо, що це навчально-бойові літаки, але чи правильно я розумію, що мета поставок цих Яків – це все-таки тренування пілотів під російський Су-35? Тобто, чи можу я в продовження думки сказати, що іранці таки отримують ці от сучасні російські винищувачі, але що тоді навзаєм від Ірану Росія собі хоче мати? Чи правильно я розумію, що все-таки може йтися про ті от гіперзвукові ракети «Фатех» та «Зульфікар»? Скоріше всього, все-таки йде закупка, проста закупка авіаційної техніки, причому вона була встановлена інтересантами, скоріше всього, Ізраїлем, так як ми не отримали F-16 цілий рік, наші партнери с сказками кормят. И также россияне не поставили самолеты Ирану. Это такая негласная договоренность, насколько я это понимаю, так как интересант Израиль, то есть на него она и завязана. Но в последнее время, особенно после поднятия в информационном пространстве этого вопроса, после давления на Соединенные Штаты в мировым сообществом, можно даже так сказать, и с нашим в том числе, о передаче F-16 нам, даже после давления тех же иранцев на Россию, то есть понимание иранцами о том, кто является интересантом, эта вся договоренность рухнула, и потому мы получаем F-16, уже летчики наши выполняют боевые задачи по переучиванию на F-16, а иранцы получают
в авиационную программу. И Су-35, есть информация о том, что они уже туда пошли. Су-35, и як 130-е тоже, она уже в открытом доступе, о том, что это учебно-боевые самолеты. Это да, действительно, это под переучивание иранских летчиков. Хороший, в принципе, самолет на украинском двигателе, по-моему, АИ-222. База его была разработана в Запорожье на мотор Сичи, а потом передана россиянам. Они там на своих заводах, по-моему, с 2015 года уже полностью перешли на производство этого двигателя на своих заводах. То есть вот, вот так наши предприятия в свое время помогали россиянам создавать и авиационную составляющую в том числе, а сам Як-130 разрабатывался, по-моему, еще из итальянской фирмы, которая также чертежи оставила у себя, произвела этот самолет уже у себя, только на своих двигателях. То есть вот сейчас он попадает в Иран. Пан Романе, а щодо іранських ракет, на які Росія теж може претендувати, хотіти собі їх мати, щоб потім запускати по нашій території? Ну, ні Фатехи, ні Зальфагари, скоріше всього, в Росію не попадуть. Є некоторі жорсткі требования, условия к Ірану, причому, скоріше всього, по балістичним ракетам це як-то зав'язано на движение таких же балістичних ракет в районі Ближнего Востока, и на этой растяжке, из-за этой растяжки, скорее всего, Иран баллистические ракеты России и не передаст. Но в России, у россиян большой сейчас необходимости именно в иранских баллистических ракетах нет. Они наладили производство «Искандеров», то есть они в летом прошлого года, они практически, ну чуть ли не до нуля, ну в НЗ это точно до нуля, то есть они зашли даже в нефтекосновенный запас, выбрали баллистические ракеты. А сейчас они уже более-менее восстановили общее количество «Искандеров». У них уже больше, по-моему, 200 ракет есть. Это уже выход за пределы НЗ. Потому большой необходимости в получении иранских баллистических ракет, а тем более они неточные, они выполнять задачу, ту, которую могут выполнить «Искандеры», не могут. Потому, наверное, их Россия и не получит. То есть снялся этот вопрос. Вот почему и еще и вопросы по самолетам решился, скорее всего, тоже решили вопрос чисто финансово, то есть закупки самолета по прямым договорам закупки. Пане Романе, але точно знаємо, що Росії бракує боєприпасів, точно знаємо, що планується зустріч Путіна з чільником Північної Кореї. От який потенціал в Північної Кореї тих артилерійських снарядів, потрібних Путіну калібрів, в якій кількості може закритися це питання для Росії? Ну, если сравнить Россию и Северную Корею, то вот можно понять, какой у них и боезапас. Сотни тысяч снарядов у них есть, но они их не будут отдавать все или как-то у них своих проблем хватает. Это единственное в режиме такого замещения, китайские. Если через Северную Корею пойдут китайские снаряды под видом северокорейских или с использованием Северной Кореи как прокладки. Вот это большая опасность, чем сам северокорейский потенциал, военный потенциал. Они могут передавать и передают, это же все происходит уже второй год, и 122-й, 152-й калибр снаряды и ракеты для НУРСы, неуправляемые реактивные снаряды для РСЗО российского, тех же «Градов». То есть там и мины передаются для минометов. Это они уже делают уже второй год в Северной Корее, скорее всего, и Китай в том числе, то есть это общий поток. Плюс Иран передавал около 300 тысяч боеприпасов россиянам, они уже их и израсходовали. Просто нельзя быстро и не произвести, не выбрать большое количество боеприпасов от государств. Ну, то есть какую-то часть государства может и отдать, допустим, или как-то начать производить, но любое государство, оно о своей безопасности думает. Ну, а те государства, которые пытаются еще куда-то нападать, как вот Северная Корея, как Иран, даже тот же Китай, то есть они впереди видят какие-то боевые действия, значит, им надо в 3-5 раз больше боеприпасов, чем для обороны. Потому они большие количества передавать точно не будут, а запустить производство, ну опять же, с производства с колес это очень мало. Даже та же Россия в сутки может использовать до 60 тысяч боеприпасов, а производит где-то 5-7 тысяч.
всего лишь. То есть они, если используют все, что у них есть, и все, что им передали, они уйдут на поставки, вернее, на работу как раз с колес. Это 5-7 тысяч, это даже на одно направление не хватит для наступательных действий. Даже на то же Купинское направление просто мало боеприпасов. Потому сейчас Путин пытается везде, где только можно, собрать любое количество, то есть любые поставки, которые только возможны, потому его и понесло сейчас на Дальний Восток встречаться с Ким Чен Ыном. Пане Романе, ще хотів би попитати ваших оцінок. Бачили численні світлини, як росіяни тепер от облаштовують навколо Москви свої комплекси протиповітряної оборони, ставлять їх на висоти, на постаменти. От перед тим вони на дахи адмінбудівель в Москві їх ставили, тепер от такі постаменти будуть. На вашу думку, наскільки це доцільно робити? Бо, знову ж таки, думки експертів розходяться. Одні кажуть, що не надто воно їм те допоможе, і що це буде стаціонарна ціль для наших подальших атак. Так, і, мовляв, що локатори тоді нижче 0 градусів в цих от зенітних комплексах не спрацьовують. Але на вашу думку, от наскільки доцільно росіянам подібне робити? Ну, чим вище стоїть локатор, тим далі він бачить, і тим низьколітячі цілі він бачить. Тобто земля все-таки кругла, хто б що не говорив. Земля круглая, потому занижение радиуса и уход за горизонт, это понятно, с дальностью это происходит. Потому чем выше будет стоять локатор, тем дальше за горизонт он будет видеть. Ну, за горизонт не увидит, но, по крайней мере, по дальности дальше. И против тех же беспилотников та же самая картина. То есть чем выше стоит локатор, тем раньше он видит беспилотник, идущий на предельно малой высоте. Раньше видит, а значит, раньше может отреагировать и его уничтожить. То есть это с точки зрения военной, это правильное, грамотное действие. Но, правда, опять же, сам зенитно-ракетный комплекс становится как новогодняя елка, которую видно, опять же, с большой дальности. Потому если нет опасности ударов ракетами по этому комплексу, то их подымают для того, чтобы можно было уничтожить беспилотники. А если есть опасность ударов ракетами, особенно типа ХАРП, то их прячут, то есть наоборот, пытаются их спрятать. Но там, где ставят на постаменты, это дальности за сотни километров, туда ХАРМы, по крайней мере, без самолетов не достанут, потому есть целесообразность, военная целесообразность именно подымать, для того, чтобы можно было поднимать зенитно-ракетные комплексы, для того, чтобы можно было дальше видеть беспилотники, раньше видеть беспилотники. Это абсолютно не работает, когда в городской застройке, то есть вот постановка, допустим, зенитно-ракетного комплекса на крышу здания где-то в центре Москвы, ничего не решает, так как помехи от зданий, они создают такую пелену на локаторе, и это еще делает хуже для зенитно-ракетного комплекса. Вообще-то ЗРК в этом смысле в здании не ставится, особенно типа панциря. А вот на открытой местности, допустим, для прикрытия там одноэтажных каких-то двухэтажных строений, да, это есть возможность. Потому эти все постаменты ставятся где-то возле внешних загородских постройках. Пане Романе, і наостанок ще попитаю вас по долі оцього генерала Суровікіна, якому ми, звісно, найшвидшої смерті бажаємо, але знаємо, що його начебто відсторонили від командування. Свого часу він командував армією вторгнення в Україну, потім він очолював військово-космічні сили Російської Федерації, тепер його відсторонили. І от допоможіть зрозуміти, це відсторонення, це хороша новина чи погана? Ну, в тому плані, що все-таки він то мав бойовий досвід, да? Він пройшов Афганістан, Чечню, він воював в Сирії, він воював в Україні, і тепер от його досвід, да, виходить, російській армії не є потрібним. Або ж ви скажете, що він думав, і краще б він і далі командував, і помилкові рішення ухвалював. А тут все стоит от задач. Его вытаскивали тогда, когда он был нужен со своим дундукизмом, допустим, и для того, чтобы повесить на него каких-то собак. Особенно по принятию решения выходу с правого берега на левый. То есть какой-то негатив. Он набрал на себя негатив, а потом еще и хватило у него ума или не хватило ума связаться с Пригожиным. Естественно, попал в опалу.
Потому здесь можно просто констатировать факт снятия или задвигания далеко куда-то в шкаф этой кандидатуры на что-то, но не более того. Дело в том, что скамейка запасных у россиян очень большая, там тысячи генералов, и по большому счету они такого же дундука они могут еще найти. А генералов с боевым опытом, которые могут выполнять боевую задачу, у них те, которые есть, они сейчас выполняют ее. То есть эти генералы, которые управляют некоторыми процессами на линии фронта, их тоже несколько. Вот здесь я не скажу, что большая скамейка запасных. Дело не в генералах, а именно в профессионалах. Но Суровикин не был профессионалом как таковым. То есть он где-то ситуативно какие-то вопросы решал. В той же Сирии он просто был одним из таких больше медийных фигур. То есть из него делали какого-то идола с 15-сантиметровой лобовой костью. Вот и все. Но так как его убрали, раз его убрали, значит, на данный момент не нужен. Но вот когда он будет нужен, вот это его 15 сантиметров лобной кости, вот тогда его опять достанут, и он будет какие-то такие задачи брать на себя. Как раз при принятии решения об уходе из Крыма, могут его достать, он может взять этот негатив російські населя. Так, це було б ідеально. Пане Романе, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику, відповіді і пояснення. Військовий експерт Роман Світан був на зв'язку зі студією 24.